Я сидела на его могиле и смотрела на его портрет, поражаясь необъятной силе, что не стерлось через столько лет. Взгляд пронзительный и горделивый смотрит пристально в мои глаза. Вижу жизнь и свет неугасимый. По щеке моей бежит слеза. Он мечтал, любил, он жил и верил. До Берлина он тогда дошел, но костлявая ждала у двери. Он с ранением домой пришел. Мы с ним не знакомы. Не случилось. Было лишь 31 ему. И в портрете жизнь остановилась. В беспросветную ушел он тьму. Я сейчас немного всего старше, чем он был тогда, на пару лет. И шепчу, идя победным маршем: мне так не хватает.